Американский большой десантный корабль «Форт МакГенри» миновал пролив Босфор и вошел в Черное море. На борту находится около 500 морских пехотинцев. Кроме того, корабль имеет доковую камеру для 5 катеров на воздушной подушке, предназначенных для высадки солдат и техники. Американских ВМС свои маневры объясняют необходимостью обеспечить безопасность в регионе. С начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят военные корабли США и других стран НАТО.